bestimmten Bereichen in den letzten Jahren ausgezeichnet worden, mehr als andere Bereiche. И получил самое большое количество премий, больше, чем кто не было, да, из этих дизайнерских бюров. Er ist eng an Kunden gebunden und mit dem werden wir noch viele, viele Jahre zusammen. Он очень привязан к Койко, и я думаю, что мы много-много лет будем еще с ним продолжать работу. Койко производил горячий аксессуар. Heute arbeiten wir nicht mehr zusammen. Сегодня мы не работаем вместе. Сегодня каждый производит все подряд. Изображение мамы премиум класса тогдашнего времени. Schon in einem anderen Raum ist. Die wir mit Luci Colani zusammen entwickelt haben. Serie, Designer, известным Луиджи Колани. Ja, in Villeroy Box haben die Keramik gemacht und wir haben die Accessoires. Villeroy Box делал такую органическую керамику, а мы делали аксессуары. Hinzu kam, das war 2002, auch dafür die Armaturen entwickelt haben. В 2002 году в эту серию добавились собственные заместители. Sehr erfolgreich ist in diesem Bereich auch der Care-Bereich. Также внутри этой серии есть такое подразделение для Care, для людей с ограниченными возможностями передвижения. 2005 haben wir dann mit Edition 300 einen ganz, ganz großen Schritt im gesamten Bereich entwickelt. В 2005 году у нас был серьезный шаг. В области дизайна, это знаменитая серия Edition 300. И сделали полностью как сказать, столешницу, подумывали из стекла. Und nicht die Plan war eben die Umfangreise, das ist die eleganteste, das ist die älteste Accessoire-Serie, mittlerweile mit über 2 Она у нас самая продаваемая, за более чем 40 лет продалось 42 миллиона изделий. Immer wieder, что во многих гостиницах, что же бывает в гостиницах, да? И там тоже есть косметические зеркала, я думаю, что многие не видели ни одного стабильного зеркала. На стене оно не болтается, не болтается, уже прислонили уже по двум фактам. Да, вот с этим зеркалом такого не произойдет. Я, Edition 11, я 2011. Значит, в 2011 году мы выпустили коллекцию, которая так стала 20. Там как раз вчера при открытии мы презентовали обновленную версию Edition 11 немножко. И что wichtig ist, für Койко, die macht mittlerweile 20% vom Gesamtumsatz Койко. И сейчас это самое важное для Койко Edition, коллекция, которая, в общем-то, составляет уже 20% оборота общего. Hier sind die Accessoires. Здесь некоторые слайды с аксессуарами. Von diesem Seifenkopf macht Койко jeden Monat 1200 Stück. Эти их корзины, вот именно этой модели мы ежемесячно продаем 1200 штук. Die Badmöbel sind zumindest, kann ich von Deutschland reden, letztes Jahr das erfolgreichste Badmöbelprogramm in Deutschland. Что касается мебели, я могу сказать только по примеру Германии, это самое продаваемое мебель в Германии. Das ist übrigens ein Spielstand, der hier dabei ist. Der ist hier у вас представлен. Und с верхним открыванием. Dann weiter, was wir alles versuchen zu evolutionieren. Дальше, как здесь у нас идет эволюция, да? Wir haben gesagt, wenn man sich eine Duschbereich anguckt. Если мы пойдем с вами в душ, да, в душевую зону. Wir sind ja jetzt hier auf dem Duschtempel. Да, бevor wir jetzt mit Wagen nach Hause, вот даже в зоне конструкции, какой такой храм, душевой храм. Да, das war wieder Dusche, sehr viel Chrom, sehr viel Metall. И видите, да, здесь душевой, очень много металла, очень много хрома, все это вот. Und alles ist sehr funktional. И очень функциональные вещи. Und das haben wir genommen als Design-Idee, wir haben versucht, mehr Wohnlichkeit zu schaffen. Мы, как дизайнеры, да, мы решили, как бы изменить характер, да, мы решили функциональность функциональности, но сделать душевую зону более жилой. Dadurch haben wir durch unsere Materialkompetenz, используя свою компетентность в обработке разных материалов, мы представили панель, допустим, которая, в принципе, мы ее так и называем мебель для душа. Und das gibt es ja in
ganz, ganz viele verschiedene Glasfarben. Ah, ja. Die Wunschfarbe auch aus. Das heißt, Panel muss nicht auf Standard und sind da, aber muss man auch für Wunschleine und Zwitsch. Kommen wir heute zum diesjährigen ESH. War jemand dieses Jahr auf der ESH in Frankfurt? Dort был, aber сейчас в Frankfurt, в Марте, ESH. Chef? Der Boss? Ja, der Boss. Wir haben dort einen Innovationstempel gebaut. Nee, und das ist ja auch dran, da wo Innovation. Und alle unsere Innovationen auf eine Art von Multimedia darzustellen. Nee, wir teilen uns da mal die Innovation, aber wir sind komisch durch die Innovation. In dem Tempel, jetzt in diesem Foto, in diesem Tempel, da haben wir große Multimedia-Tische aufgebaut, Touch-Tische. Ja, und das ist ja auch eine Multimedia-Präsentation. Были сенсорные экраны большие, и подставлены. Man spielt recht unsere Innovation lernt. Ja, каждый мог одним касанием обучиться, да, основам техники, как все из чего состоит. In den Wänden waren Blumenkästen. В стенах были спрятаны такие ящики. Wo man den Verlauf einer Innovation sehen konnte. Где можно было проследить, как вот эта инновация создается, как она работает. Und im Zentrum der diesjährigen ESH, und ich kann Ihnen bisher sagen, das ist ein Riesenerfolg, auch nach der ESH steht die Edition 11. Die Edition 400. Im Zentrum всей этой выставки, да, все-таки остались наши вот смесители. So, da gab es einen kleinen Film, und zwar wir haben Edition 400 in Südafrika. Снимали, делали съемку для журнала и вообще мы делали фильмы в ЮАР. Я бы тут прибавил, мы даже сама история съемки очень интересная. Мы в ЮАР семьи сняли видео, полностью перестроили, привезли туда 8 полет на самолет. Три дня там все снималось с реальными людьми. Потом все, они заставили нас убрать. И у нас будет очень интересный фотограф. Сейчас вот есть фильм на эту тему. Права на модели, вот на все, они нам теперь принадлежат, а не студии. В следующий раз добро пожаловать в российский Москву. Да, трущобам. Может быть, мы сделаем опять какую-нибудь классическую серию, мы сегодня уже думали об этом. Вот. Что, мы сегодня посмотрели? Да, вдохновение, есть книги для классики. То есть это как бы колыбель классический, поэтому мы здесь можем и создать что-нибудь классическое. Я, а у нас есть значит, это Edition 400. Man kriegt alles, die ganzen Waren, wenn man wirklich auf Maß anfängt. И всю эту мебель, вот еще плейминг особенно в разделе, мы можем делать полностью. Das ist das, was die Leute wollen. Das ist ein Bildbereich. То, что и хотят люди, конечные потребители, архитекторы, именно индивидуальное изготовление по их проекту. Und nicht nur die Möbel, auch die Lichtspiegel mit den Lichtspiegel. И не только стеклянную мебель можно сделать по размерам, по заданным размерам, но и зеркальные артикулы. Зеркало мы можем сделать на заказ. Jemand anderes sein, aber ja, den muss auch. Ну, допустим, здесь вы видите тумбу Марийки в школе Орехова. Или вот в школе. Hier ist Szene, die wir auch aus dem Film kennen. Ну, это Кино вы видели. Mit Sitzmöbel. У нас также появилась напольная мебель, на котором он сидит. Also bei Architekturbereich, im Designbereich, в области дизайна и архитектуры, конечно, тут очень широкие возможности, потому что с ней можно делать бесчисленное количество комбинаций. То есть вот эту столешницу, где умывальник, мы можем ее делать тоже по спецразмерам. Четыре разных умывальника сюда подходят. Вот этот модуль, его можно вплотную снизу пристроить к столешнице, его можно подвесить вот так на стене, его можно поставить на пол. Das wird mit Sicherheit. То есть я думаю, что это будет. Кольку hat das Design oder das Stil entworfen. Den trifft immer oben rechts. Кольку
придумано такой стилевой элемент, что ну, понятно, спасибо, всегда так четверг. Und das hat uns in den letzten sechs Jahren sehr, sehr großen Erfolg gebracht. Это нас, нам за 6 лет принесло большой успех. Das ist mittlerweile ein bestimmtes Stilmerkmal von Feuerwehr. Стилевой признак, именно Feuerwehr, что это так четверг. Hier war es. Тут вниз. Я имею в виду, что это вас. Здесь разные вот там варианты. То есть было очень тяжело сделать тонкие аксессуары и сделать безупречную хромированную поверхность плоскую, потому что это трудно в производстве, но результат, он как бы налицо, у вас как будто украшение. То есть мы 16 человек работали вот над этим, чтобы вот безупречно получилось. Immer bei Innovationsthemen, das ist ein Duschort, eine Duschablage. Это такая простенькая вещь, но мы придумали такое получение душа, полностью она из массива алюминия. Und als Begrenzung, wenn man nicht runterfällt, ist ein Duschort. Ограничителем, да, чтобы ничего не падало, служит скребок для стекла, для душа. То есть его есть теперь куда деть, то есть он имеет свое место и служит одновременно ограничителем. Но, конечно, самый продаваемый бумагодержатель, но этот бумагодержатель не имеет вот этого отступа от стены, да? То есть он как будто сливается со стеной. Он, конечно, наша гордость. Инновация – это наше сенсорное управление зеркалом, это панель управления светом. То есть у нас есть клавиша включения-выключения. Потом есть диммеры. Там есть два тона подсветки, дневной такой яркий свет. Он очень хорошо для утреннего туалета, то есть если утром в офис накраситься, дневной свет подойдет. А если куда в театр или в кино собрались, то лучше всего краситься перед под такими чертами. Можно выбрать опцию куда влево, и когда вы находитесь в душе, зеркало не запотевающий, может пар ложится и тут же испаряется. Поэтому вы выходите, у вас зеркало не запотевающее. И здесь, видите, можно менять тон подсветки и, соответственно, менять цвет даже настроение. Следующая инновация у нас это XMO. XMO и Grundidee. То есть основная идея. Die Idee ist, ein Armaturenunterputzsystem zu entwickeln, was es so eigentlich noch nicht gibt. Man muss sich halt nur diesen Raum gucken, da gibt es auch ganz viele Unterputzsysteme. Und wo kann Kolko jetzt noch was entwickeln? Es gibt einen Franz Kohl, Friedrich. Все, кто, да, все уже свои системы разработали. Казалось бы, где мы можем себя найти, чтобы не только технически новое что-то придумать, но и в области дизайна. Идея ist erstmal so, dass man sagt, in einer Dusche, wo ich zwei Wege habe, habe ich diese vier Elemente. Ich habe einen Haushalter. Допустим, если у вас душ на два потребителя. Что мы обычно должны? У нас должен быть держатель вид, у нас должен быть вынос для шланга, вентиль переключатель и сам смеситель. Сам рычаг смеситель. Das hat jeder. То есть, в принципе, это вот здесь и в классическом варианте представлено. Und Kolko macht auch diesen vier Artikel. И мы из этих четырех артикулов nur noch zwei Artikel сделали только два. Mit derselben Funktion. То есть функции все остались. Bedeutet viel weniger Material. Во-первых, меньше материала, самое лучшее. Меньше монтажа. Und die
оптик и оптический дизайн редуцированный такой, да, уменьшенный, минималистичный дизайн. Und das sieht man beispielsweise hier, man hat hier zwei Sägehandbohrer, Kopfbohrer, man hat diese beiden Elemente. Da, na, два потребителя, нужно два робота, то есть верхний душ и ручной душ, и всего два элемента. Hier mal als Beispiel eines Thermostats. То есть здесь, на примере с термостатом. Oder hier als Beispiel. Или на примере с разряжением. Ja, jetzt kommen wir eigentlich schon zum Ende. Но, в принципе, мой доклад уже длится. Ich habe heute eigentlich versucht, in ein paar Minuten zu erklären, wie Kolbo tickt. То есть я хотел просто объяснить за несколько минут, как тикает, чем живет. Bei Kolbo hat man noch ganz andere Disziplin. Das ist, wir sind der einzige Hersteller, der rund um das Waschbecken alle Produkte selber macht. Мы, чем отличаемся от всех остальных? Мы являемся комплексным производителем зоны для зоны умывальника. То есть все, что касается умывальника, мы можем сделать зеркала и зеркальные шкафы. Мы можем сделать различные умывальные композиции. Мы делаем смесители. Мы делаем аксессуары. То есть у вас гармоничный комплексный дизайн или дизайн рук. Das haben zwar viele, aber nicht diejenigen, die es dann auch selber produzieren. То есть, конечно, такое, вы скажете, да, у других марок почти то же самое есть, есть, но они не производят это сами. Und so sind wir in einem kleinen Familienunternehmen immer wieder mit neuen Aufgaben. Небольшом семейном предприятии все время закончиваемся с новыми. Die Anforderungen, die Design immer höher zu halten, damit wir uns von dem Wettbewerb Мы как бы поднимаем эту планку в дизайне все выше и выше, чтобы как бы отличаться от конкурентов и идти и опережать их. Und Kolbo hat nur einen Chance, das ist Design und Innovation. Ну, конечно, у нас есть один только шанс выжить в конкурентной борьбе, инновации и дизайн. Weil Massenfertigung können wir nicht. Потому что мы не массовый производитель. Wir haben keinen großen Vertrieb. У нас нет такого как бы, глобального всемирного сбыта. Und das macht uns in den letzten Jahren diese beiden Komponenten sehr, sehr erfolgreich. Die Komponente, das ist ein Ja. Das war kurzer Einblick von Kolbo über die Edition 400. Wir können uns die gerne gleich selber. Da war ein Exkurs von der Historie Kolbo und der Historie des Edition 400. Gerne.